кого реально и полная власть, у Нурсултана Назарбаева. Поэтому, пожалуйста, Нурсултан Абишевич, я вас приглашаю в прямой эфир, выходите, спорьте, покажите свои знания экономики, политики, покажите свою квалификацию. Вы сейчас спорите с тенями. Ваши подкупленные журналисты приносят заготовленные вопросы и, соответственно, ответы. Сан Абишевич, вы упомянули о создании Международного финансового центра «Астана». А какие надежды вы на него возлагаете? В чем секрет его успеха? А то залог, не знаешь, не знаю, да? Я знаю, я хотела бы услышать от вас. Это даст возможность нам открыть собственную биржу здесь, и чтобы наши товары, казахстанские компании, национальные компании, котировали свои товары здесь, и наши казахстанцы вкладывали свои деньги в акции, и, как я уже говорил, следили за тем, чтобы получать дивиденды. Хотите доказать, что действительно наша страна вошла уже в 50 стран мира? Вооружитесь знаниями. Возьмите перед собой, положите тонну документ, пусть рядом стоит, с вами стоит ваш кабинет министров, и они вам шепчут прилюдно и говорят, что да, мы вошли в 50 стран мира, а я буду сидеть без каких-либо документов, я буду просто оперировать, не глядя ни на какие бумаги, я вам буду говорить цифры, и посмотрим, какой вы оппонент.